С понижением температуры воздуха и в преддверии трескучих морозов вопрос обеспечения углем становится все более актуальнее. В рамках проекта «Социальный уголь» многодетным и малообеспеченным семьям предусмотрено выделение 2 тонн 145 килограммов угля и 4,8 кубометра дров. Местные жители считают, что такая поддержка для семей – это хорошее подспорье. Считают, что проект «Социальный уголь» – это отличная помощь для семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Спасибо главе Тувы за такую поддержку. В селе Сукпак Кызылского района «Социальный уголь» в этом году получит более 80 семей. В прошлом году поддержку в виде твердого топлива доставили 84 семьям. Семьи получают в основном 2 тонны угля. Это является хорошим подспорьем для многодетных семей. И многие говорят слова благодарности, что им правительство помогает такой поддержкой. В рамках губернаторского проекта семьям доставляют и дрова. Их получит 122 семьи. Как сообщают представители регионального министерства труда и социальной политики, полностью завершена поставка угля для семей в Кахемском районе. На сегодняшний день топливо отгружено 973 семьям. Сейчас идет отгрузка угля в 12 кажунах. Кроме Чахольского кажуна, кроме Агдаурака, кроме Ирзинского кажуна. Вот этих 3 кажунах одновременно идет в 12 кажунах вот такая вот отгрузка. Основная часть уже отгрузка идет и сейчас, да, продолжается до конца недели тоже, я думаю, максимально будет уже завезено. Социальный уголь в этом году по республике получат около 3000 семей. Отгрузка идет в соответствии с графиком. Мерген Уюн, Буян Мангуш, Ангар Кюжигет, телеканал Туа-24.